Так, ну и вкратце, можно сказать, продолжение всего этого мероприятия, уже непосредственно сама установка решетки, что, по моему мнению, мне для этого понадобится. В первую очередь, сама сетка. Сеточка у нас такая достаточно мелкая, вот не знаю, как в плане там с охлаждением будет после установки мне. Ну, посмотрим. В принципе, у меня дизелек, не думаю, что там будут какие-то вопросы. Сетка, размер у меня 20 на метр. И че я, не знаю, такая вот. Пластиковые хомутики. И тоже определенный компромисс. Мелких хомутов я не нашел. Ну, хотя, в принципе, вот они в эту ячею вполне себе лезут. Такие вот ножницы у меня есть по металлу. Сейчас мы сеточку будем вырезать, потому что вот здесь целиком ее поставить не получится. Будет частью кусачки хомутики обкусывать. И на всякий случай, если понадобится что-то где-то посверлить, вот такой шуруповерт с конусным сверлом, ну, чтобы по 10 раз не возвращаться. Ну и плюсом бумажка. Мало ли, надо вот какой-то сделать шаблон. Ну и карандаш. Вот, ну попробую сначала на простой русский авось опереться. То есть просто путем прикладывания. Вот я так вот приложил. Сколько надо, обрезал. Ну и потом буду уже по месту подгонять, как и что посмотреть. Вот, собственно, будем как-то вот так вот делать. У кого там какие есть мнения по этому поводу, опыт, кто как что делал, делитесь, рассказывайте. Будем перенимать, как говорится, полезный опыт друг у друга.